Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Телеканал Континентальной хоккейной лиги рад вас приветствовать! И мы с вами отправляемся в Ярославль! Арена 2000 «Локомотив» приветствует нас! Все-таки сегодняшняя встреча между Ярославским «Локомотивом» и Нижнекамским «Нефтехимиком» состоится! Шикарно разыграли Алексеев и Коржков. Шикарный сейв Евгения Иванникова. Вот опять шайба потеряна. И прощает сейчас Ильдар Шиксадаров «Локомотив». Еще раз мы с вами смотрим попадание в перекладину Ильдара Шиксадарова. Говорится, в активности не откажешь ярославцам. А вот здесь момент. Ох, разыграли все. И ведь не пожадничал партнер. И на Либора Гудочека мог пройти пас, но все равно забивает нефтехимик. Все равно шайба влетает в ворота «Локомотива». Давайте смотреть. Вот здесь сначала не реализовали супер момент. И казалось бы, он заигран, но... Вот так вот на пятаке подбирает все-таки Хайруллин шайбу и с неудобной руки отправляет ее с близкого расстояния в ворота. Ильи Коновалов. Меняться. Получается. Каюма. Красивый ушел от одного, второго. Каюма. Бросок не сильный. Каюма. Это гол! Как ушел от Гудочека. Как ушел от Волгина. Пас на Алексеева. Такие смелые действия как раз и нужны ярославцам, чтобы сегодня соперничать с нефтехимиком. Возвращаемся мы на лед, и вот как раз забивает нефтехимик вторую шайбу. Нефтехимик вновь выходит вперед. Удается попасть, как говорится, Даниэлу Буцаеву, да. Еще один дальний бросок мы видим. Справляется с ним Коновалов. Последние 25 секунд атакует нефтехимик. И что? Добиваются своего за 20 секунд до конца. И в итоге подставляет Калюшку очень удачно Ильдар Шиксадаров. Неожиданный для двух игроков сразу нижнекамской команды. Рафиков перевод туда направо. Бросок и попытка добить! И гол! Вот это да! Да! Бросок Михаила Беляева. Первый бросок Кудрявцева. И шайба, да, от плеча Иванникова оказывается в воротах. Атакующий игрок вступает в контакт с вратарем. Тем самым мешает отразить бросок. Пятый ворот, не защита. Выиграно бросок, бросок! Отскок от Лицевого и добить пытаются ярославцы! Шайба выброшена и она катится в ворота. Все. Финальная сирена. Тяжелейшая победа нефтехимика.